Карен Агамиров, один из ветеранов «Свободы», стоял у истоков московского бюро. Уволился сам, когда понял, что журналистики там, где он работает, не осталось. Ты должен не анализировать объективно то, что происходит в нашей стране, там, в России, да, а просто лепить вот это вот, что коррупция, Путин такой-сякой. Все, больше от тебя ничего не требуется. В коллективе ужасные отношения. Откровенное стукачество началось, письма американскому начальству.